Такого жесткого заявления Рахмон не ожидал от таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, о чем Рахмона просят и чего требуют таджики. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого нового. Матери четверых таджикских мигрантов, находящихся в СИЗО в Иркутской области России, написали письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с просьбой, чтобы он позвонил Владимиру Путину и попросил помощи в освобождении их детей. В ночь на 12 ноября 2021 года местных жителей поселке Залари в Иркутске напала на вагончик, где находились 7 таджикских мигрантов, и подожгли его. В огне погибли 2 таджикских мигрантов – 21-летний Насимджони Сайдали и 19-летний Сираджидин Гулзода, а 4 их земляков – Махмад Тахир, Ашуров, Курбанмат, Содиков, Далер Хасанов и Джумабой Искандаров – арестованы по подозрению в хулиганстве и покушении на убийство. Таджикская сторона и их родственники считают 4 мигрантов потерпевшими, а российские власти пока никак не прокомментировали выдвижение против этих мигрантов обвинения. Мэр Амби Талибова, мать Далера Хасанова, сказала 10 февраля, что они отправили письмо в исполнительный аппарат президента накануне. Власти пока не давали комментариев по поводу этого письма, но ранее посольство Таджикистана в России и МИД Таджикистана заявляли, что они проводят проверку по факту задержания мигрантов. «Все компетентные органы проявили заботу о наших детях, но их до сих пор не выпустили», — сказала она. «В своем письме мы попросили президента позвонить Путину и сказать, что наших детей закрыли без всякой вины. Только президент может восстановить справедливость и освободить наших невинных детей». А как вы думаете, может ли он это сделать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Латафат Саидова, мать Махмад Тахира Ашурова, другого мигранта, задержанного после пожара, сказала, что во время инцидента тело ее сына обгорело более чем на 50%, но он все равно был заключен под стражу, не получив должного лечения. 25-летний Махмад Тахир Ашуров, который после пожара находился около 2 месяца в больнице, был арестован в конце декабря. Ему также предъявлено обвинение в покушении на убийство. «Наши сыновья невиновны, но их арестовали. Они сами являются жертвами. Мой сын стал инвалидом во время этого инцидента, и он должен лечиться, а не сидеть в тюрьме. Он проявил героизм и вытаскивал своих товарищей из огня, но сейчас находится в тяжелом состоянии в тюрьме», — сказала она. Сначала российские власти сообщили в местные СМИ, что 12 ноября между молодыми мигрантами произошла стычка с местной молодежью, а ночью местные жители подожгли их вагоны, но затем никаких дополнительных подробностей обнародовано не было. Лишь сообщалось о задержании мигрантов. Попытки выяснить у российских властей подробности инцидента, как был подожжен вагон с мигрантами, на каком основании они задержаны, не увенчалось успехом. Один источник, знакомый с материалами следствия на условиях анонимности, сказал, что после визита в Иркутск представителей посольства Таджикистана в России милиция задержала причастного к инциденту полицейского. 3 местных жителей, участвовавших в инциденте, суд выпустил под подписку о невыезде, а местный полицейский находится под стражей по подозрению в поджоге и подстрекательстве жителей к этому, рассказал источник. Дело мигрантов и местных жителей находится на завершающей стадии следствия. Алишер Ширинов, глава таджикской диаспоры в Иркутске, сообщил, что посольство Таджикистана наняло адвокатов для всех задержанных и что они активно участвуют в защите прав мигрантов. Вопрос гибели мигрантов и их задержания вызвал негативную реакцию у таджикских властей. Министр иностранных дел Таджикистана Сираджидин Мухридин поговорил со своим российским коллегом Сергеем Лавровым об инциденте и призвал российские власти к справедливому расследованию произошедшего чрезвычайного происшествия. Омбудсмен Таджикистана Умед Бабазода также призвал своего российского коллегу обеспечить справедливое расследование по факту убийства 2 граждан Таджикистана и обеспечить права задержанных. Таджикские власти уверены, что 4 задержанных мигрантов невиновны. Российские власти пока не комментируют подробности инцидента. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, кто в ней виноват? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!